Здравствуйте! Приветствую вас на своем видеоканале. В этом видео решил ответить на один очень важный, на мой взгляд, вопрос. Как избавиться от вздутия живота или от вздутия кишечника, или медицинской терминологией, как избавиться от метеоризма. Если вы с такой проблемой обратитесь к врачу официальной медицины, вам, скорее всего, даже больничный не выдадут. А зря. Потому как для части людей метеоризм или вздутие живота показывает их уровень нездоровья. А значительной части людей угрожает их жизни. Правда, у некоторых не возникает метеоризм никогда. Поэтому, просмотрев это видео до конца, в нем я, врач, фитотерапевт, диетолог Борис Скачко, автор десятков опубликованных книг и брошюр, часть из которых вы можете приобрести через интернет, расскажу вам, у кого метеоризм не возникает никогда. Какая одна единственная причина для развития вздутия живота, без которой вздутие не возникает никогда? Также вы узнаете причины вздутия живота, зависящие от вас и от вашего выбора. Поэтому смотрите видео дальше. Я думаю, что много интересной и новой для вас информации вы получите. Итак, опасно либо не опасно вздутие живота? И кому и в какой мере оно опасно? Для здоровья вздутие живота опасно абсолютно всем. А для жизни угрожает лишь некоторым. Как только появляется вздутие живота, либо метеоризм, иными словами, увеличивается и объем брюшной полости, и внутрибрюшное давление. И когда вы пытаетесь сделать вдох, а при этом диафрагма, напрягаясь, пытается уменьшить объем брюшной полости, а против повышенного давления это будет сделать сложнее. Иными словами, нарушается вдох, потому что при этом уменьшается давление в грудной полости. И вы делаете вдох. Но в связи с экскурсией диафрагмы идет еще и перекачивание крови из брюшной полости в грудную. Ведь диафрагма по-иному – это венозное сердце. И если есть метеоризм либо вздутие живота, этот процесс нарушается. И нарушается работа кардиореспираторной системы. Иными словами, те, у кого есть проблемы, любые проблемы с сердцем либо сосудами, а также с дыхательной системой и состоянием крови, в этом случае или в этих случаях вздутие живота либо метеоризм угрожают жизни. Но, собственно, вздутие живота – это патологическая активность микрофлоры кишечника, при котором в кишечнике образуется слишком много токсических веществ, токсичных продуктов жизнедеятельности, патогенной или условно-патогенной микрофлоры. В любом случае, токсическая нагрузка на вашу печень и на ваш организм в целом увеличивается. И в этом случае вздутие живота либо метеоризм уже угрожают вашему здоровью и сокращают продолжительность жизни. Об этом знал еще Мечников. Примерно на 30% уменьшается продолжительность жизни у тех, у кого регулярно присутствует вздутие живота. И это нужно учитывать. А также знать, кому и в какой мере вздутие живота угрожает в зависимости от различных причин. И об этом вы узнаете прямо сейчас. Когда же вздутие живота либо метеоризм не возникают в принципе? Только во внутриутробном периоде. Но! Как только ребенок сделал первый глоток материнского молока, либо любой питательной смеси, у него появляется вздутие живота, как один из признаков дисбактериоза кишечника у новорожденных, который при хорошем состоянии ребенка в течение 3-4 дней самостоятельно излечивается. Но! Как только в следующий раз в пищеварительной системе человека оказывается любая пища, это обязательное условие для развития вздутия живота. Без наличия свободной, непереваренной вами пищи вздутие живота либо метеоризм возникнуть не могут. Но это не повод перейти на лечебное голодание либо солнцеедение. Да, это обязательное, единственное обязательное условие, без которого все остальные не работают. А дальше появляется группа причин, которые зависят уже от вашего уровня здоровья. И что это за группа причин? Вы узнаете прямо сейчас. Чтобы у вас не появилась основная и единственная причина вздутия живота, ваши предки должны были много веков подряд
вести активный образ жизни, путешествуя по разным регионам планеты. Либо находиться на пути движения основных товаров и услуг, благодаря чему в вашей родословной могли отметиться не только славяне, но и турки, татары, монголы, китайцы, японцы, шведы, французы, немцы, итальянцы и представители других народов планеты Земля. И это не повод получить вид на жительство либо гражданство в определенной стране, но это условие для того, чтобы ваша пищеварительная система переваривала исключительно все продукты питания легко и просто, включая слегка недожаренные гвозди. Вот если ваши предки вели более скромный, я бы сказал, монашеский образ жизни, каждое движение, каждый новый продукт в вашем рационе может вызвать у вас вздутие живота. И если у вас появился по этой причине метеоризм, вы понимаете, с чем это связано. Если по содержанию лизоцима человек, проживая в любой точке планеты Земля, очень уж далеко оторвался от диких животных и даже от животных домашних, и условия правильного переваривания пищи без вздутия живота, это тщательное мытье пищи, вы должны пищу помыть, причем в чистой воде. А также лучше для страховки еще ее термически обработать. То как только пища оказалась у вас в полости рта, вы должны знать особенности, как правильно жевать и пережевывать пищу растительного либо животного происхождения. Ее реально жевать нужно по-разному, и эти знания у вас должны быть. Более того, вы должны их правильно использовать. Ну, такое видео на моем канале есть, я не буду здесь утомлять вас подробностями. Посмотрите в любое удобное для вас время. Как только же пищу вы проглотили, в ее обработку включается не один пепсин, а целых 9 изомеров пепсина. Каждый из которых был предоставлен вам представителями тех или иных национальностей. Иными словами, он формировался в определенных условиях для переваривания конкретной определенной пищи. Если у вас есть все 9 изомеров в приличном количестве, ваш желудок переварит пищу прекрасно. Если же не хватает хотя бы одного какого-то изомера, у вас появляется уже 9 причин для вздутия живота. Только по состоянию одного, недостатки одного какого-либо из изомеров. Математики могут посчитать, сколько возможно вариантов, в случае если по 2, по 3 изомера не хватает вам для переваривания пищи. И причин для вздутия живота уже только на уровне желудка десятки. Соляная кислота также участвует в этом процессе. Если кислоты достаточно, кислотный барьер в желудке ограничивает активность в кишечнике и предупреждает вздутие живота от бактерий, которые устойчивы к щелочам. Как правило, они неустойчивы к кислотам и в желудке погибнут. Если вы разными путями и способами снизили кислотный барьер в желудке, то ли принимаете пищевую соду с водой и нейтрализуете соляную кислоту, то ли пищевая сода в составе желчи оказалась в кишечнике и через 12-перстную кишку произошел рефлюкс и нейтрализация соляной кислоты этим способом. В любом случае кислотный барьер в желудке исчез, и устойчивые к щелочам, а соответственно к желчи, бактерии проходят дальше в кишечник, и там они уже могут проявлять свою активность через вздутие живота. Как только пища перемещается из желудка в кишечник, появляется еще целая группа причин, показывающих себя вздутием живота, а именно, возможно, есть дискинезия желчного пузыря, либо внепеченочных желчных протоков. Есть хронический панкреатит, либо диспанкреатизм. Возможно, есть калькулезный холецистит, либо его предыдущие стадии. Когда вы делаете УЗИ, вам показывают хлопья, песок, замазка, взвесь, а в конце концов образуются и камни. Это разные стадии желчекаменной болезни, но они показывают один существенный момент. Застой желчи. Иными словами, дезинфекция пищи с помощью желчи, основной действующий элемент которой это пищевая сода, нарушена.
А соответственно, еще целая группа причин для появления вздутия живота у вас опять появилась. Вариантов, как вы понимаете, здесь масса. Поэтому с учетом особенностей работы пищеварительной системы появляются десятки, чтобы не сказать по вариантам, возможно, уже и сотни видов, сотни причин вздутия живота. И метеоризм показывает, что какая-то или какие-то из этих причин у вас присутствуют. Для того, чтобы устранить вздутие живота либо метеоризм, в данном случае вам нужна просто диагностика. Вам нужно определить основные причины, которые могут способствовать этому процессу. Потому как не самая простая ситуация вздутие живота. Вы недополучаете те полезные питательные вещества, за которые вы заплатили, купив продукты питания, либо блюда из них. А получаете продукты жизнедеятельности патогенной микрофлоры, которые первично нарушают работу печени, вторично увеличивают вязкость крови и создают определенные риски для вашего здоровья. Ну а через вздутие живота ограничивается подвижность диафрагмы и появляются риски со стороны сердечно-сосудистой системы или усиливаются те, которые уже присутствовали. Вот в какой степени ваш выбор влияет на всю эту ситуацию? Да, вы можете питаться правильно, если вы знаете основные причины. Но если вы ведете хаотический выбор продуктов питания, блюд из них, составляете по разному рацион, возможны разные варианты, о которых вы узнаете прямо сейчас. Чаще всего, чтобы избавиться от вздутия живота, советуют исключить из рациона, вызвавший метеоризм, продукт питания. Но так следует поступать далеко не всегда. Если горох, либо фасоль, либо любой иной продукт питания еще в детстве вызывали у вас обильное газообразование в кишечнике, иными словами, у вас присутствует генетически обусловленная ферментативная недостаточность, и вы ни при каких условиях не можете полноценно переварить какой-то продукт питания, а соответственно получить все заложенные в нем полезные вещества, этот продукт питания для вас не существует. Вы должны были о нем забыть еще в детстве. И никогда больше к нему не возвращаться. Потому как это для вас уже не продукт питания, а продукт, опасный для вашего здоровья и для вашей жизни. Если же вы своим образом жизни, своей системой питания, выбором препаратов для лечения привели к тому, что у вас появилась ферментативная недостаточность и непереносимость какого-либо продукта питания, либо целой группы продуктов питания, здесь включается правило. 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Нужно бороться за каждый продукт питания и максимальное количество продуктов питания, максимальное разнообразие рациона сохранить. Каждый продукт питания приносит свою лепту в ваш уровень здоровья. Если, конечно, он полноценно переварился. Ведь каждой вашей клетке в режиме реального времени необходимо примерно 500 разных компонентов, вода и кислород. Если ваши клетки получают это полноценное питание, этот шведский стол, они работают прекрасно. А из клеток состоят органы, ткани, системы органов и ваш организм в целом. Иными словами, обеспечивая шведский стол своим клеткам, вы обеспечиваете не только им высокое качество жизни и максимальную ее продолжительность, но и себе лично. И несущественно, какой продукт питания у вас вдруг перестал полноценно перевариваться. Начали у вас активнее бродить углеводы, либо активнее гниение белков. В любом случае, метеоризм, либо вздутие живота – это угроза для вашей жизни. Ограничивая первично подвижность диафрагмы, вы нарушаете работу всей кардиореспираторной системы. А если еще и гниют белки, то токсичные продукты гниения белков нагружают выделительную функцию печени. Если печень не справилась с очищением крови от этих белковых токсинов, попадая в кровь, они резко увеличивают еще и вязкость крови. И начиная с банальной ВСД, которую многие не считают диагнозом, но она все-таки присутствует и портит жизнь многим, у вас появляется еще один дополнительный риск. Я уже не говорю про токсическую нагрузку на почки, которые не всегда могут справиться с нею, так как мощность почек значительно ниже, чем мощность печени. И токсины могут раскладываться в разных местах вашего организма, начиная с сустава, вызывая вначале хруст в суставах, затем боль и другие изменения, начиная от артрита, артроза, артрита,
заканчивая через артроз анкилозом суставов. В данном случае очень важно правильно использовать различные технологии для того, чтобы оставить в своем рационе максимальное количество продуктов питания. Вот какие компоненты никогда не вызывают вздутие живота самостоятельно, так это жиры. Жиры не способны в пищеварительной системе подвергаться ни брожению, ни гниению, но у них есть определенные особенности. И если на жиры ваш организм реагирует плохо, то может дополнительно появляться вздутие живота. Жиры могут способствовать усилению либо брожения, либо гниения. И каким образом это может произойти, вы узнаете прямо сейчас. Как основная причина вздутия живота, жиры нонсенс. Жиры не могут вызвать метеоризм через брожение, как углеводы, либо через гниение, как белки. Но в случае, если у вас присутствует дискинезия желчного пузыря, либо внепеченочных желчных протоков, есть деформации в различных местах желчевыделительной системы, перегибы, перетяжки, либо какая-то уникальная форма желчного пузыря, возможно, присутствует диспанкреатизм, либо панкреатит хронический. Возможно, присутствует застой желчи, который на УЗИ проявляется либо в виде песочка, либо в виде хлопьев, в виде замазки, в виде конкрементов. В этих случаях ваш желчный пузырь может не среагировать правильно на принятую вами пищу, которая всегда содержит патогенные микроорганизмы, грибки, вирусы в разных количественно-качественных соотношениях. Даже если вы космонавт, принимаемая вами пища проходит через полость рта, и там всегда присутствуют различные микроорганизмы. В любом случае дезинфекция пищи не состоялась, и уже это микробно-вирусно-грибковое сообщество может размножаться на принятой вами пище в кишечнике, вызывая вторичное брожение углеводов либо гниение белков. Ну, в содружестве с той микрофлорой, которая присутствует в кишечнике у всех, исключая детей в внутриутробном периоде развития. Но это тоже не единственная возможность вызвать вздутие живота и угрозу для вашего здоровья, либо для вашей жизни. Если вы своим уникальным образом жизни создали ситуационный застой желчи, иными словами, режим питания у вас свой уникальный, а не тот, который нужен для вашего здоровья, то любые жиры в начале приема пищи, либо принятые перед приемом пищи, в виде растительных масел, в виде порции сметаны, кусочка сала, либо любые другие источники жиров, могут спровоцировать слишком активное сокращение желчного пузыря. И элементы слепого зондирования, да, очищение кишечника идет, и один из элементов этого процесса – вздутие живота. Не всегда безопасное для жизни. У меня были случаи, когда люди, проводя слепое зондирование, оказывались в реанимации. Это, к счастью, были не мной назначены. Я уже давно не советую проводить слепое зондирование разными способами, потому как ваше здоровье находится в ином, не в срыве работы пищеварительной системы, которая производится слепым зондированием, а в налаживании полноценного переваривания вашей пищи в пищеварительной системе. Что не есть этап, а есть процесс. Есть разные этапы работы вашей пищеварительной системы над теми продуктами питания и теми напитками, которые вы себе хотите позволить, которые вы вводите в свой организм, и должны обеспечить их полноценное переваривание. И от того, как происходит переваривание продуктов питания, разных продуктов питания, разных по составу в вашей пищеварительной системе, зависит, будет у вас обильное газообразование, обильное активное вздутие живота, появится у вас метеоризм или не появится. Получите вы полезные вещества из продуктов питания, либо вы накормите патогенную, либо условно патогенную микрофлору в вашем кишечнике. Результат зависит от вас. Но и это не единственные возможности для улучшения работы вашей пищеварительной системы и предупреждения метеоризма. То, что я только что описал на протяжении этого видео, оно кажется достаточно сложным. Но возможно, у вас очень простые пути нарушения работы пищеварительной системы.
Возможно, вы не учитываете простейшие компоненты, которые вы вводите в свой организм неправильно. И тем самым вызываете вздутие живота. И что это за простейшие компоненты? И самый простой способ избавиться от метеоризма, возможно, это ваш способ, это ваш путь попасть в вздутие живота. И, возможно, ваш путь выхода из этой не самой простой ситуации. Вы это узнаете прямо сейчас. Общение с подписчиками моих каналов, а также моими пациентами, показывает, что основная причина вздутия живота у многих находится не в особенностях работы вашей пищеварительной системы, а в качестве и количестве употребляемой вами воды. Статистика сегодня неумолима. Примерно 80% отравлений связаны с употреблением воды низкого качества. И если вы не знаете, как правильно очистить воду прямо перед ее употреблением, содержащиеся в воде патогенные микроорганизмы, вирусы, грибки могут проскочить в вашу пищеварительную систему и через вздутие кишечника, через метеоризм могут показать о своем присутствии в вашем организме. Также, если вы не знаете, как правильно использовать щелочную воду, вы можете нейтрализовать кислый барьер в желудке. Соляная кислота – это один из барьеров на пути патогенных микроорганизмов в вашу пищеварительную систему. И если этот барьер снижен либо нейтрализован полностью, вновь в пищеварительной системе могут развиваться различные патогены. И вздутием живота нарушать как качество вашей жизни, так и, возможно, у некоторых сокращать ее продолжительность. Очень важно знать, как правильно пить воду. До еды, во время еды, после еды. Перед сном, утром натощак, на протяжении дня, при занятиях спортом, в других ситуациях. Такие видео периодически я выставлял на этот мой канал. Но на нем их найти можно. Наберите «Как правильно пить воду» и вы эти видео увидите. В более систематическом виде эти видео стоят на другом моем канале. Наберите в поисковике «Школа доктора Скачко» второй сезон. И вы попадете на первое видео и сможете постепенно осваивать эту очень важную для вас информацию. Но! Правильное употребление воды не единственная возможность, не последняя возможность нарушить работу пищеварительной системы и вызвать не самые приятные осложнения в виде вздутия живота. И как еще можно, каким способом нарушить? Очень просто, если вы не знаете, как правильно дышать. Правильное дыхание помогает активно работать в вашей пищеварительной системе, предупреждая вздутие живота, обеспечивая более полноценное переваривание принятой вами пищи. Если вам нужна информация, как правильно дышать, в зависимости от тех заболеваний, которые вы чаще всего уже имеете, от вашего уровня здоровья, наберите в поисковике «Школа доктора Скачко» первый сезон, и вы попадете на серию видео, как правильно дышать в разных ситуациях. В этом случае вы еще одну причину для вздутия живота устраните, и метеоризм не будет угрожать ни вашей жизни, ни вашему здоровью. Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать с привычными подписчиками моих каналов словами «Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения». Если вы узнали нужную и полезную для вас информацию, не забудьте поставить лайк на это видео, отправить ссылочку своим друзьям, знакомым, возможно, поделиться в соцсетях. И пока вы совершаете эти действия, я подумаю, какое еще видео написать на тему здоровья и активного долголетия для вас. До новых встреч на моих каналах!